честно, мне с лошадьми очень нравится заниматься. Вот именно каждый раз, вот, когда идешь к лошади, вроде ты ее уже знаешь, вроде уже столько лет работаешь, уже все повадки, ну, какие-то реакции на действия знаешь, и все равно каждый раз что-то новое вылезает, скажем так. Я очень люблю, когда в такие моменты случаются. И ну вот, общение с лошадью, это для меня это что-то прям такое отдушина, что ли, какая-то. Мы выиграли субсидию в конкурсе, который проводило Министерство труда и социальной защиты населения. Субсидии средств федерального бюджета. И давно мечтали провести конный оздоровительный лагерь для детей с особенностями развития. И вот на средства этой субсидии у нас получилось. И мы провели, дети в восторге, результаты замечательные. У нас работают психологи, педагоги. И проводя психологические тесты, срезы, они мне говорят, что результаты специально занижают, потому что иначе никто не поверит. Детишки приходят разные, с разными заболеваниями, с разным отношением к лошадям. Некоторые боятся, некоторые сразу видят лошадку, прям хотят на нее залезть, сесть и не хотят слезать больше. С некоторыми приходится работать. Снижается агрессия, уходит тревожность. Дети научаются работать в команде, парами. То есть дети совершенно практически неконтактные. И это не только дети с особенностями развития, это и здоровые дети, которые тоже проблемы с коммуникацией, и вот лошади выводят их на тот уровень, видимо, на который и должно. Главная цель этого проекта – это как раз социализация. Мы в Башкирии единственный центр именно с такой командой профессионалов, именно с такой командой обученных лошадей, потому что про лошадей тоже надо говорить именно как команда. Все безумно обожают Кексика. Он такой прям всеобщий любимец, что и взрослые, что и дети. Такой прям универсальная лошадь. Но все лошадки достаточно отзывчивые, когда вот их покажешь, что я твой друг, со мной можно играть, со мной можно общаться, то есть я тебе не враг. Это, ну, покажешь, и лошадка тебе ответит в любом случае.